Fidelity.ru. Меня зовут Завилов Фидель. Расскажу быстренько вкратце о рюкзаке от компании Red Fox Altura 15. Простой рюкзачок, наверное, подростковый больше, я думаю. Ну, либо для девушек, которые хотят считать себя подростками, уже выросшие из этого. Так, рюкзак сделан из каргуры, из Оксфорда 600-го. Ну, так по ощущениям названия нет, к сожалению. На нем вот такие интересные узорчики в форме каких-то лепестков, либо это что это такое, непонятно. Какие-то капельки, что ли. Они сделаны из такого ПВХ напыления, так скажем, которые создают дополнительную защиту, ну и, возможно, защитят как-то от дождя даже. Очень простой рюкзак, ничего лишнего в нем. У него лямочки застегиваются на молнию, тем самым превращаясь в одну лямку. Вы можете таскать его на одном плече. Молнии здесь UKK фирмы. Основная ручка из стропы дополнительно обшита с внешней стороны тканью для жесткости, ну и для хваткости, так скажем. На внешней стороне есть мелкий кармашек, небольшой кармашек вот такой для мелочей с удобными пластиковыми ухватками. Потом есть карман-органайзер, так называемый, с большим раскрытием и двух замковой молнии. Здесь у нас есть внутри кармашек на молнии, карман для телефона. Вот Xperia SP, в принципе, сюда не лезет. То есть карман для небольшого телефона. Ну и два мелких кармана чего-то. Так, затем вход в основное отделение. Тоже двухзамковая молния UKK. И раскрытие довольно большое. В основном отделении нет никаких дополнительных отделений. Просто объем. Все внутренние швы обработаны окантовочной тесьмой. Нитки нигде не торчат. Все довольно аккуратно сделано. Вот такой вот простой рюкзачок Altura 15 от компании Red Fox для города, для носки каких-то вещей в городе, ну, подростковый, женский рюкзак. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, с вами был